Лондонский Тоттенхэм, Дортмундская Боруссия, Римский Лацио и лучшие российские клубы. В пятницу в Колпино начинается юбилейный 5-й международный турнир по футболу имени Владимира Александровича Казаченко. 14-летние подрастающие звезды европейского футбола в течение нескольких дней на стадионе «Ижорец» будут показывать свое мастерство, ну а зрителей ждет масса конкурсов. Начало спортивного праздника в пятницу в 12 часов дня.